На ковре «Б» победила Надежда Третьякова, Кемеровская область. Приглашаются Вероника Лебедева, Санкт-Петербург, Юлия Алборова, город Москва. На ковре «А» Красная Трикова, Надежда Краснова, мастер спорта. Борьбой занимается 6 лет. Первый тренер Виталий Трофимов. Тренируется под руководством Николая Белова и Ольги Смирновой. В синем трико Александра Ниценко. Мастер спорта. Борьбой занимается 11 лет. Первый тренер Александр Сучков. Тренируется под руководством Александра Сучкова и Анны Половневой. Лучший результат переста Европы. Первое место. Повторно приглашается Юлия Алборова, Москва. На ковре «Б» в красном трико борется Кристина Еремина. Представляет команду Краснодарского края, параллельный зачет, город Москва.
На ковре Б проходит утяжительный поединок. Первый круг спортсменок весовой категории до 62 килограмм. Вероника Лебедева борется в красном трико, город Санкт-Петербург. Юлия Алборова представляет команду города Москвы. Вероника Лебедева, мастер спорта, тренер Александр Матвеев. Юлия Алборова, город Москва, мастер спорта международного класса, тренируется под руководством Юрия Скрылева. Первый тренер Валерий Белогубов. Юлия Алборова, обладательница золотой медали Кубка Европейских наций 2015 года, чемпионка России. А на ковре А победу одержала Александра Яценко, Красноярский край.